Понадобились миллиарды лет для того, чтобы энергия Солнца, горные породы и минералы, живое вещество, растения, животные, микроорганизмы создали почвенный покров Земли. С тех самых пор и до сегодняшнего дня процесс почвообразования не прекращается. Благодаря этому в земной коре рождаются запасы энергии, которые поддерживают современную биосферу нашей планеты. Поддерживают жизнь. Жизнь на планете Земля. Случайность или закономерность? Единство или множество? Уникальность или обыденность? Сиреневая шелковистость лепестка, нежность тычинки, незащищенная защищенность. Жизнь – это дар, который получило и человечество. Наши предки появились на планете около миллиона лет назад. Их жизнь была наполнена борьбой с голодом, холодом, болезнями, страхом перед оледенениями и наводнениями, извержением вулканов и землетрясениями. Боялись, терпели и выжили. Это была победа человека. И он провозгласил себя господином. Отныне ему принадлежало все – моря, земли, горы. Он мог все – повернуть реки вспять, вырубить леса, осушить болота. Человек был безжалостен, словно мстя за пережитый когда-то страх перед природой. Теперь бояться стоило его. Свое господство у природы человек отвоевал благодаря гениальному открытию. Он шел к нему постепенно. Сначала овладел огнем, потом приручил животных и, наконец, свершилось. Человек стал земледельцем. Вернадский сказал, открытие земледелия, сделанное более чем за 600 поколений до нас, решило все будущее человечества. В чем смысл жизни? Может быть, в самой жизни? Почва давала возможность жить, она давала еду. Конечно, смысл жизни не в том, чтобы быть сытым. Это было бы слишком обидно для гордого человечества. Но голод заставлял забывать человека и о гордости, и о том, что он господин на этой планете. Да и о смысле жизни. По прогнозам ученых, к 2050 году количество пахотных земель на одного человека в мире сократится до 1/4 гектара и превысит критический уровень, необходимый для выживания человека. В ряде стран уже в настоящее время количество пахотной земли на одного человека меньше этой величины. Причины? Деградация почв. Девегетация. Потеря лесного, кустарникового, травянистого, живого растительного покрова. Это ведет к постепенному омертвению почв, к снижению их биопродуктивности и к утрате их экологических функций. Почвоутомление и истощение почв,
длительное бессменное возделывание одного и того же вида сельскохозяйственных растений через 4-6 лет приводит к утомлению почвы и снижению урожаев, несмотря на вносимые удобрения. Дегумификация – широко распространенная форма деградации старопастбищных, старопахотных почв. Они теряют главный носитель плодородия – гумус. Гумусовая оболочка почв суши нашей планеты удерживает столько килокалорий, сколько Солнце ежегодно посылает на Землю. Образование бесструктурных почв и переуплотнение горизонтов, сухость и опустынивание почв. Засоление почв. Затопление террас, подъем уровня грунтовых вод и подтопление почв. Загрязнение и химическое отравление почв. Продолжать этот скорбный список можно, если не бесконечно, то очень и очень долго. По словарю Ожегова, жизнь – это реальная действительность. А реальная действительность такова. За исторический период человечество утратило около 1,5–2 миллиардов гектаров некогда плодородных почв, превратив их в пустыни и так называемые бленды, дурные земли. Это больше, чем вся площадь современного мирового земледелия, равная 1,5 миллиардам гектаров. Каждый год человечество теряет около 15 миллионов гектаров продуктивных угодий. Процесс деградации почв идет с возрастающей скоростью. За последние 50 лет она увеличилась в 30 раз. Причины деградации почв очень разнообразны. И практически все связаны с деятельностью человека. Почвенный ресурс ограничен. Это аксиома. Но человечеству надо жить, и потребности его растут. Развитие промышленности, строительство городов и транспортных магистралей, быстрый рост населения, истощение и отчуждение плодородных земель, распашка земель за счет лесов и лугов. На наш век хватит. На наш хватит. А детям, внукам, правнукам. Карьер 18 века. Мертвое озеро. Пройдут миллионы лет, прежде чем зарастет эта рана, нанесенная рукой человека. Нас так часто пугают экологическими катастрофами, глобальными кризисами и концом света, что все бояться давно перестали. Так ли опасна деградация почв для человека? Если учесть, что 99% продуктов питания по массе люди получают, используя почвы для земледелия и животноводства, получается, что благополучие человечества напрямую зависит от плодородия почв. А ведь экологическое значение почвенного покрова не ограничивается только сельскохозяйственной ценностью.
Почва – уникальная среда обитания огромного разнообразия наземных, растительных и животных организмов. 90% всей биомассы животных на Земле обитают в почве. Почвенные процессы влияют на состав поверхностных, грунтовых и морских вод. Состав атмосферы – это во многом дыхание почвы. Деградацию почв как-то назвали тихим кризисом планеты. Но он перерос в глобальный кризис экосистем, в эпоху которого вступило человечество. И нам было сказано: плодитесь и множитесь, и наполняйте землю нашу, и господствуйте ею. Мы плодились, и размножились, и господствовали в силу своего разумения. Или неразумение. Видимо, для человека пришло время не господствовать на земле, а ощутить себя ее частью, ограничить свои потребности и оценить этот дар – жизнь, незащищенную, единственную, уникальную.